рамках подготовки жилищно-коммунального хозяйства города Каспийска в осенне-зимний период 2024-2025 ответственное управление осуществляет выездной контроль для проверки мероприятий, реализуемых по ОЗП многоквартирных домах согласно предоставленному плану графику управляющих компаний. Подготовка объектов ЖКХ необходима для того, чтобы обеспечить своевременное и качественное обслуживание зданий и оборудования, соответствующие законодательствам проживания граждан в зимнее время. Управляющие организации несут ответственность за своевременную подготовку многоквартирных домов к зимнему отопительному периоду. Сегодня мы приехали провести выездной контроль мероприятий многоквартирного дома к осенне-зимнему периоду по адресу улица Халилова, 10 и улица Халилова, 6. В этих домах управляющая компания «Респект» проводит мероприятия по промывке и прессовке отопительной системы. Подводя итоги выезда, специалисты управления ЖКХ отметили, что все работы проходят успешно.